Акция «Лес Победы» в поселке Лопатино стартовала на территории детского сада номер 24 «Жар-птица». В ней приняли участие представители территориального отдела Расторгуева и местной управляющей компании, депутаты, активные жители, воспитанники образовательного учреждения и их родители. Очень отрадно, что активно участвуют наши жители. Независимо от возраста, мы видим, что самому маленькому 2 годика. Все поддержали наше предложение поучаствовать в акции «Лес Победы», которая проходит на территории всей Московской области. Это инициатива губернатора. Юрий Суровцов пришел на акцию вместе со своими сыновьями, выпускником детского сада «Жар-птица» Максимом и маленьким Ильей. Ты сюда пришел что делать сейчас? Садить деревья. Так, как ты считаешь, зачем нужно сажать деревья? Они же и так растут. А? Зачем им нужно еще сажать деревья, скажи, знаешь? Чтобы было красиво. Ребята активно участвовали в посадке, а после поливали березки и елочки. Это очень важно, но мы должны привлекать и других родителей. Это же будет у нас тут целый мини-парк, так скажем, для деток. Они будут гулять, будет отлично, здорово. Детская площадка рядом, будет очень удобно им там проводить свободное время в саду. Рябины, липы, березы, ели и множество разнообразных кустарников поселились не только на территории детского сада номер 24, но и за его пределами. Участниками акции было решено заложить в жилом комплексе свою аллею славы, посадив по ее периметру деревья и кустарники. На территории детского сада и ЖК «Государев дом» высажено более 100 деревьев и кустов. Особое предпочтение мы отдали березам. Это было не случайно, так как береза у нас, вы знаете, это символ России. Вскоре у каждого деревца появится своя именная табличка с датой и именем посадившего. Они же будут следить за тем, чтобы растения не пересыхали и ни в чем не нуждались. В ходе работы жители могли задать интересующие вопросы представителям администрации и депутатам. Здесь тоже многие активные жители здесь выходят. Какие-то вопросы возникают у людей. Они могут в такой обстановке, непринужденной, о чем-то поговорить по-человечески, сказать, поделиться проблемами. Такие акции, они нужны, они сближают людей и власть. Поэтому участвуем, стараемся. В этот же день около 100 новых деревьев и кустарников украсили территорию соседней Лопатинской школы. Напомним, что акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье уже 8 лет. В этом году в муниципалитете планируется высадить более 19 тысяч растений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.